Ты не любишь белый цвет? Желтый оттенок – это то, о чем ты мечтаешь? Тогда тебе повезло, приезжай в Узунгольский район, и твои мечты сбудутся. И любая белоснежная рубашка сразу после первой стирки примет твой любимый цвет. К сожалению, как бы смешно это ни звучало, это правда. Довольно часто цвет питьевой воды заставляет задуматься, а стоит ли платить за такую воду. Ко мне в личные сообщения очень часто приходят жалобы на качество питьевой воды, и людей можно понять. Каждый переживает за свое здоровье, ведь употреблять воду с таким не внушающим доверие видом весьма неприятно. Да и после стирки вещи действительно перестают быть белоснежными, и тут, как говорится, уже не поможет ни один тайт или миф. И все, что нужно сделать, на мой взгляд, это добросовестно относиться к своим обязанностям. Вода вот с таким ржавым оттенком бежит у нас в Узунгольском районе. Говорить о качестве питьевой воды сложно.